Более 700 тысяч человек прошли в одной лишь столице с фотографиями своих родных, ветеранов и тружеников тыла. Сотни городов, 5 десятков стран, море людей, объединенных благодарностью победителям и скорбью о тех, кто не вернулся с фронта и кто ушел из жизни после победы. А еще объединенных гордостью за то, что есть такая память о прошлом. Ее нельзя назвать коллективной. Истории очень личные, но они сливаются в единую историю победившей страны. Как все эти люди в единый строй бессмертного полка. Это от души. Другое просто невозможно представить. За тех, кому не суждено было пройти в парадных расчетах в 45-м, их потомки в солнечный майский день 2016-го проделали путь от Белорусского вокзала, памятника Маяковского, через Пушкинскую площадь по Тверской улице вдоль стен Кремля. И вот высшая точка у Спасской башни. Эта река огибает памятник Минину и Пожарскому и собор Василия Блаженного. А ведь это, конечно, далеко еще не все тут. В России в общей сложности 24 миллиона человек вышли накануне на улицы праздновать 9 мая.